Итак, нам нужно зарегистрировать новичка на сайте Oriflame. Что мы для этого делаем? Мы заходим на сайт oriflame.ru, заходим, так, сейчас, сначала заходим вот так на сайт Oriflame. Я захожу через личный кабинет. Нажимаю, значит, вот эту планшетку. Это в приложении именно. Нажимаю планшетку, и у меня высвечивается «Зарегистрировать». Как я регистрирую? Вот персональные данные вот сначала. Сразу, вот через приложение, после планшетки, то сразу прям регистрация идет. Ничего не надо искать. Я, значит, ввожу e-mail, фамилию, имя, отчество. Я регистрирую на Россию, поэтому у меня нет паспорта или удостоверения, как в Казахстане, например. Дату ввожу, номер телефона и адрес. Но здесь я не адрес, а индекс ввожу. Индекс. Так. И выбираю. У меня город Москва. У меня тут автоматически проставляется область, город, район. Индекс я заранее ищу. Так. Я произвольные цифры ввожу, и партнер моей структуры является спонсором. Я ввожу номер партнера, потому что мы регистрируем один под одного. Так, номер партнера. Данные, еще раз говорю, придуманные. Проверяю номер партнера. Выбираю способ активации через SMS. Можно через SMS, можно через e-mail. И пишу, значит, зарегистрировать. Все, регистрация завершена успешно. Обязательно записывайте себе. Ну, если на самом деле это... Я просто как бы для примера тут, да? А так вы вообще регистрационный номер себе обязательно записываете. Потом пишите новичку. Поздравляете его с регистрацией. Ну и дальше уже ведете его в Telegram, а там уже даете первое задание. Так. Все, регистрация завершена.